Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Меня зовут Константин Анисимов. Вы на телеканале Муз-ТВ, и это второй сезон самого масштабного музыкального шоу страны «Битва поколений». Только здесь вы увидите поединок двух топовых артистов из разных музыкальных эпох. Это будет настолько культовое зрелище, что кто-то захочет записать этот эфир на кассету, а кто-то обязательно нарежет рилсы с лучшими моментами шоу. Это «Битва поколений», и мы готовы начинать! В сегодняшнем выпуске легендарный певец с неповторимым тембром встретится со своим земляком, чьи треки завоевывают все чарты и женские сердца. Это чарты, это стадионы. Участники исполнят 4 песни: абсолютный хит, песню о любви, кавер на оппонента и горячую новинку. Их живые выступления будет оценивать звездное жюри из разных поколений. Мы не имеем права использовать какие-то свои дружеские нотки. Мы должны, конечно, быть объективны. И именно они решат, кто же сегодня станет победителем и заберет себе желанный трофей. Я ожидала большего. И такое легкое у меня разочарование. В одну калитку просто. Сегодня нам снова предстоит наблюдать за музыкальной битвой двух артистов. Со стороны это может выглядеть как поединок в Mortal Kombat. Два ярких героя борются друг с другом в красивых декорациях. А кто кому сегодня сделает фаталити, узнаем чуть позже. Так. Возможно, я все-таки переиграл в приставку со своим сыном. Ну да ладно, предлагаю познакомиться с нашими участниками. В начале карьеры его называли младшим и сравнивали со знаменитым отцом. Потом прозвали русским Майклом Джексоном. Опытный коллекционер золотых граммофонов с 96-го года Владимир Пресняков. Ну, у них вся семейка там музыкальная. И слава богу, что на сцене будет только он один. В 2018-м этому артисту пришлось соревноваться в топ-чартах не только с другими исполнителями, но и с самим собой, ведь его хиты «Дым» и «Малиновый свет» звучали отовсюду. Яркий и талантливый представитель современного поколения и электронной танцевальной музыки — Лёша Свик. Лёша всего лишь на полгода старше моего сына Никиты. Он тоже рыжий, он такой же талантливый. Мне нравится очень, что он делает. Два абсолютно разных исполнителя родом из столицы русского рока Екатеринбурга. Но этот факт никак не повлиял на них, ведь оба стали популярными благодаря танцевальной музыке, а не разбитым на сцене гитарам. Я прекрасно знаю его песни, а та песня, которую исполняю я, честно говоря, вообще ни разу не слушал. Но потом увидел, в каком она году была выпущена, мне было всего 4 года, и я такой, ну, тогда ладно, все хорошо. Неважно, сколько кому лет, но вот прямо мы одинаковые. Я ознакомился немножко с его творчеством и получил вдохновение, получил кайф. Сегодня в «Битве поколений» отец сразу троих сыновей, который посадил дерево и построил замок из дождя. Владимир Пресняков и звезда всех танцполов с ноткой меланхолии Лёша Свик. Здравствуйте. Здравствуйте, сын. Мы только что познакомились с Лёшей. У нас мало таких людей, мало мужских вокалов, мало мужских прочтений, мужских высказываний от сердца мужиков. Это ты, и для меня ты очень много значишь, потому что, когда я услышал, я сразу подписался на эту историю. Именно поэтому, что ты мужик. Спасибо. Вот они. Вот они. Мужские объятия двух настоящих мужиков. Оценивать эту легендарную схватку будут не менее легендарные люди. Давайте познакомимся с нашим жюри. Имя Виктор с латинского переводится как «победитель».
Фамилия Дробыш как мощный музыкальный продюсер. По крайней мере, он сам на этом настаивает. У нас в жюри победитель и мощный музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Не только за каждым великим мужчиной, но и за каждым великим музыкальным лейблом стоит великая женщина. Генеральный продюсер Гуцериев Медиа и основатель и генеральный продюсер лейбла Sound Media Татьяна Тур. Артист, легенда, который идеально подходит нашему шоу. Ведь как бы он ни высказывался, как бы ни критиковал творчество наших участников, любые его слова будут звучать как хороший тост. Сосо Павлиашвили. Когда мы позвали эту очаровательную девушку в жюри, она какое-то время спрашивала: «А Лариса Александровна точно ушла?» Блогер, певица и актриса Валя Карнавал. Порой мне кажется, что его дочь в сторис я вижу чаще, чем своих собственных детей. Актер, комик, музыкант и прекрасный семьянин Денис Кукаяка. Вы знаете, бабушки со двора не раз пытались, поплевав на платочек, вытереть его татуировку с лица. Представитель современного поколения Коста Лакост. Уважаемые жюри, что вы ждете от сегодняшнего поединка? Валя. Я сегодня жду красивых и сладких, как мед, речей от Сосо. А музыка по-любому будет супер классная, как обычно. Сосо. Я жду, конечно же, настоящей музыки. Я вообще пришел сюда порадоваться и зарядиться, потому что завтра уезжаю на неделю. Мне нужны хорошие эмоции. Ребята, пожалуйста, дайте мне. Мы надеемся, что вы завтра уезжаете, а кайфовать начнете сегодня. Сегодня начну однозначно. Я в этом не сомневаюсь. И спасибо вам за радио. Виктор Дробыш. Судя по количеству музыкантов, сегодня будет все очень достойно и красиво. Я думаю, для нас это будет просто катастрофа, потому что принять решение по любому этапу этой программы будет очень непросто. А мы, конечно, в жюри мы не имеем права использовать какие-то свои дружеские нотки. Мы должны, конечно, быть объективны. Поэтому я предвкушаю просто кайфовую музыку и сложный выбор. Коста Лакоста. Я вчера сильно гулял, так что я пришел послушать музыку. Все, оценить, посмотреть, напитаться. Вроде все классно, поэтому погнали. Давайте начнем нашу вечеринку. Надеюсь, что все готовы, потому что битва поколений начинается. И наш первый раунд называется «Абсолютный хит». Прямо сейчас каждый участник исполнит песню, которую знают и любят миллионы людей. Этот абсолютный хит посвящается всем тем, кто столько дней и, не зная правды, просто шел за ней. Ну а дальше вы сами все прекрасно знаете. Встречайте, «Аэропорты», Владимир Пресняков. Он, не зная правды, просто шел за ней, убивая навсегда свою мечту. Но только ту он не мог понять, только ту он не мог забыть. Так может быть. Столько раз пытался все сказать ей, как сейчас, никого не подпуская, никогда слова вода, и нельзя забыть.
кусочки льда. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Если вдруг кто-то неожиданно для себя загрустил, то сейчас самое время взбодриться, потому что на сцене абсолютный хит человека, который принес на российский поп-олимп моду на малиновый. Малиновый свет от Леши Свика. Это юность моя, это юность, твои соленые губы снова целуют меня, соленые губы, и это из-за меня. Ты не проси меня тише, я так ненавижу. Мы будем этой ночью с тобою в тайном далеко. Малиновый свет искал нас долго.
абсолютный хит. И его исполнитель. Круто, Леша. Леша Свик. Аплодисменты. Только что прозвучало два хита, и пришло время узнать, что думает по этому поводу наше жюри. Напомню, что у каждого из вас есть только один балл, который вам нужно отдать артисту, чья песня вам понравилась больше. Тот артист, который наберет в финале наибольшее количество баллов, будет иметь статус победителя битвы поколений. Татьяна Тур. Расскажу так. Количество музыкантов никак не влияет на качество восприятия музыкального материала. 100%. Я ожидала большего. И такое легкое у меня разочарование. Виктор, не смотрите на меня. Владимир, это мой самый любимый трек в вашем репертуаре. Я вам очень благодарна. Это было невероятно. Леша, этот трек в моем плейлисте. Я очень люблю, уважаю ваше творчество, это правда. То, что вы делаете на сцене, можете повторить, пожалуйста? Я все пыталась понять, по какому сигналу вы ногами бьете друг друга. Малиновый свет. Да, есть какой-то секретный хук, на который это происходит? Малиновый свет, малиновый, малиновый свет искал нас долго. Ну, как-то так. Это очень круто, это замечательно, но вас просто сейчас раскатали. Просто закатали в асфальт. Пресняков это сделал мастерски, я думаю, что абсолютно не со зла, но просто после его выхода любой артист, который вышел бы на сцену, он бы проиграл. При всем уважении, я вам желаю успеха, но мой голос Владимиру. Татьяна Тур, бал Владимиру. Спасибо огромное. Дорогой Денис, пробудило ли в тебе жизнь исполнение вживую этих абсолютных хитов? Я офигел вообще. Ну, я просто, когда Владимир исполнял, я сел вместо, я такой, что ты? Леш, без обид, в одну калитку просто. Вот Владимир и его бэнд вообще, я честно скажу, мне кажется, я ни разу не слушал не вот так, чтобы сесть и трек Владимира послушать, но то, что я услышал сейчас, это что-то на великом. Это просто на великом. Я, ну, преклоняюсь. Это супер. Спасибо вам большое. Приятно. Сосо, да. Я не знаю, у Леши есть продюсер или нет, который направляет тебя, твое творчество. Нету. Безумно модно, безумно современно. Но он, у него и у его ребят есть потенциал делать гораздо лучше, интереснее музыку. Модно это очень хорошо, и он знает, о чем я говорю. Да, очень хорошо, но ты гораздо большего заслуживаешь. Есть модное, а есть вечное. Кто такой Вова Пресняков в моей жизни, я об этом сейчас говорить не буду. Выпито цистерны за это. Вот. Поэтому при всем моем любви и уважении, я не первый раз вас слушаю, вы задорные, модные, ты можешь гораздо больше. Вот, пожалуйста, вот ты можешь учиться. Я вижу, как сам ты кайфуешь от этого. Модное и вечное. Я отдаю бал вечному. При всем моем уважении к модному. Коста Лакоста. На дропе CO2, да, надо было, чтобы вжарило и девочки дэнсили, все дела. Кстати, барабаны уши не порезали на теххаусе, что редко. Все порядок, но бал уходит олдскулу по-любому, это мясо стопудово. Я бы даже сказал, это база. Это базочка, да. Виктор Дробыш. Я вот сейчас думал, что сказать Леше, чтобы ему легче было это перенести, потому что он классный парень. Тут, наверное, аналогию с футболом надо провести. Ведь много знаменитых футболистов, которые все любят, есть фан-клубы, есть Месси. И по этому поводу вроде как никто и не парится, есть человек, который выше этого. И я бы не сказал, что у нас много таких артистов. Вот я в этом году, ну не знаю, посмотрел Coldplay.
круто, еще кого-то там круто. Вот у нас, если есть люди, которые могут стоять на этом уровне, то их, вот, не знаю, на одной руке, наверное, это много. И один из первых, вот этот человек, Володя Пресняков. Поэтому, правда, ты попал под самосвал, но время покажет, там еще дальше, что произойдет. А, конечно, мой голос уходит туда, а ты не грусти, просто ты играешь сейчас в одной команде, что уже очень почетно. Я это ценю, кстати. Да. Ваш балл уходит Лионелю Преснякову, простите, Владимиру Преснякову. Абсолютно. Абсолютно. Валя Карнавал. Что могу сказать? Я впервые вживую услышала Владимира. Честно сказать, я просто в шоке. Какие у вас крутые бэк-вокалистки. Просто какие-то невероятные дамы. Вы видели, как они зажигают. Они всем телом чувствуют музыку, каждую ноту. Какой невероятно крутой саксофонист. Вот сзади, посмотрите на него, у него дреды. Барабанщик. Просто весь бэнд настолько чувствует музыку, это невероятно круто. Это до мурашек, а ваше исполнение просто меня сразило на повал. Леша, мы с Лешей знакомы. И я Леше поведала историю о том, что когда я была студенткой, у меня самые классные студенческие годы связаны с песнями Леши. И я хочу тебе сказать гигантское спасибо за это, потому что у меня реально то теплое время связано с тобой и с твоими треками. И еще хочу отметить твою невероятную харизму в голосе. Она очень читается, и это очень круто. И в свою очередь я бы очень хотела отдать тебе свой голос. Просто спасибо тебе за все. Что на ваших глазах завершился первый раунд. Владимир Пресняков набрал в нем 5 баллов. Алеша Свик – 1 балл. Переходим к нашему следующему этапу. Погнали. Это шоу-битва поколений и наш второй раунд – песня о любви. Сразу скажу, если после этого раунда у вас возникнет желание поплакать, значит, наши артисты отработали блестяще. И первую песню о любви мы услышим от представителя нового поколения. Итак, внимание, Леша Свик. Полная луна укажет преслед. Я тебя найду, найду хунде, когда заживет больное крыло, ты вновь улетишь. Полная луна укажет мне след. Я тебя найду, найду хунде, когда заживет больное крыло, ты вновь улетишь. Я люблю твои волосы, волосы, волосы. Они так круто летают. Когда ветер касается их, не могу устоять. Да я в целом не знаю. А ты любишь мой голос, мой голос, мой голос. Кажется, это навечно. Но тогда почему мы с тобой потеряли все то, что казалось? Разбери меня по частям, посмотри, как тебя терял. Удиви меня, удиви меня. Сколько слов я дарил тебе. Вспоминай меня, когда холодно по весне. Но я верю, что мы вместе снова найдем. Мне свет укажет дальняя тропа. На ней увижу снова я тебя. Вокруг прекрасные люди и слова. Я смотрю в глаза. Сколько мне еще надо звезд, чтобы найти тебя. Сколько мне еще, чтобы забыть тебя, если даже потерял тебе тот самый путь, обязательно найду одинокую. Друзья, если в этом зале есть еще люди, которые не нашли своего человека, я искренне желаю вам найти такого, который будет освещать всю вашу жизнь намного ярче, чем любая луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь
уже дикой боли. Я лишь боюсь тебя не найти. Ведь та луна одним для тебя скроет. Полная луна укажет место. Я тебя найду, найду. Когда зажжет. Далеко не кончается море, далеко-далеко не кончаются звезды, далеко-далеко не кончается небо, далеко-далеко не кончается море. Спасибо. Леша Свик, «Песня о любви». Дотошный зритель скажет, что у Владимира Преснякова каждая песня – это песня о любви. Поэтому выбор какой-то одной композиции для него был таким же сложным, как выбор наряда у Вали Карнавал. Давайте встречать аплодисментами. На сцене Владимир Пресняков и его «Песня о любви». Настало время вытирать слезы и делать выбор. Слово нашему жюри. Кто из вас плакал? Ну, Денис. Я подобрался очень близко, да, к тому, чтобы
Начну с Владимира и его бенда. Я уже вторую песню не при... Ну, и как у меня тут... Вот так, это невозможно. Это же какая-то музыкальная магия. Я просто сижу и такой... Как повезло нашим родителям, что вот они росли на такой музыке, что они слушали все это. Это просто, ну, невероятно. Вот, да, понимаю, как будто прям, ну, вот разные лиги, разный уровень. Но Леша что-то сейчас сказал, и вот он как-то так понятно мне залез, до понятного просто объяснил, и аж больно стало. Вот как будто я что-то такое же переживал, и я это очень понимаю. И я сидел, держался, думал, меня сейчас это... пробьет, но я сдержался, потому что я кто? Я мужик. Опа! Спасибо. Благодаря твоей речи мы поняли, что ты мужик, но не поняли, кому бал. Мой мужской бал Лёше. Вау! Я этот мужской вайб беру, держу его в руке и передаю его дальше. Сосо Павлиашвили. Что же вы со мной делаете? Таковы правила. Я согласен с тобой, дорогой, ты красавчик. Володя Пресняков один из тех, который, кстати, все 90-е годы спас нашу культуру, эстрады культуру. Володя, Астудио, Леня Агутин, Моральный кодекс, Лариса Долина. Вот слава богу, что эти люди... есть, и дай бог им долгих лет жизни. За это можно им просто аплодировать. Я был поражен сегодня вот выступлением Лёши вот в этой песне. Просто вот действительно вывернул. Вот Володя правильно сказал, что настоящее мужское начало. Ты все так и придешь к тому, что ты начнешь петь настоящий блюз-рок. Рано или поздно. У тебя... Я всегда хотел иметь такой голос, как у него. Такой хриплый, такой... А у него это от Бога. И настолько там была глубина, вроде модная такая, абсолютно современная песня, но эта песня может стать на долгие годы. Вова, я отдаю бал Лёше. Сосо Павлиашвили свой бал отдает Лёше Свифу. Валя! В первую очередь хотелось бы найти свою нижнюю челюсть где-нибудь вот здесь. Она отвалилась. Лёш, что могу сказать? Тебе достался в оппоненты просто какой-то мастодонт, маэстро. Я не знаю, как вас еще назвать. Потрясающе. У меня до мурашек пробирало, честное слово. Знаете, я хоть и являюсь человеком нового, так скажем, поколения, но ваша музыка творит что-то невероятное. Это нереально круто. И еще раз хочу отметить ваш бенд. Вы как единое целое, какой-то симбиоз у вас невероятный. Леш, вот ты проживаешь каждое словечко своей песни, и это поистине удивительно. Твой тембр голоса — это невероятно. Ты знаешь, как я тебя люблю. Но в этом раунде я голос отдам Владимиру. Просто невероятно. Спасибо вам. Сейчас будет интрига. Татьяна. Я просто после первого раунда на артисте Лёши Свик поставила крест, честно скажу. Когда Валя сказала, что я даю за былые заслуги бал, ну, что-то у нее откликнулось, и думаю, ну, давайте, сейчас начнем раздавать баллы за то, что было в прошлом. Я признаю, я была не права. Потому что то, что я увидела сейчас, это был душевный стриптиз. Просто честно, на коленях, разрывая рубашку, просто вы показали все, что есть здесь. Как можно любить в 20 лет, как в последний раз. Это было настолько честно, настолько понятно. И спасибо вам за смелость, как мужчине, за то, что вы не побоялись показать свою боль и дать нам возможность, мне возможность ее прочувствовать. Это было браво. Мой бал вам. Татьяна, ваш бал уходит, Леша. А мы переходим к человеку, который по лицу видно кайфует от сегодняшнего шоу. Коста Лакоста. Ну тут команда сильная, понятное дело, вообще максимально. И девки вжаривают очень люто. Реально. Но вот эти девочки с шпагами, они точно сегодня джазу дадут 100%. Лютый топ-лайн, чувак, вообще топ. Я не сну, что там, честно говоря, я ни слова не понял. Может, я как бы... Ну, или я такой, или не сильно слышно было, но бал идет
туда 100%. Сейчас так. Раскидал по фактам. Виктор, вы с нами? А то. И куда ваш бал уходит? Вы сказали, что у Преснякова так много песен про любовь. И он выбрал самую ровную какую-то, потому что я знаю песни, которыми он мог просто разорвать душу. Леша рвал как мог. И получилось у него хорошо. Но для меня такая здесь ничья. Но все равно при этом я отдам голос Владимиру, потому что, мне кажется, это в целом музыкально было мощнее. Может быть, чуть прилизаннее, это скорее минус, но вот это почти ничья. Поэтому я вот великий уравнитель сегодня. Продюсер, композитор и великий уравнитель отдает свой бал Владимиру Преснякову. Подведем итоги второго раунда, в котором Владимир Пресняков набрал 2 балла, а Леша Свик — 4 балла. Выбор — это всегда компромисс, но там, где есть My Muse, не нужно компромиссов. Это натуральная уходовая косметика активно укрепляет и способствует эффективному восстановлению волос. А вкусный аромат делает ежедневные процедуры еще приятнее. My Muse — косметика, вдохновленная тобой. Самое время переходить к нашему третьему раунду. И это кавер на оппонента. Погнали. Трек, который вы услышите первым, является настолько легендарным, что на законодательном уровне нужно обязать все включать под него фонарики на своем телефоне. На сцене Леша Свик с песней «Замок из дождя». Город пуст, и мы идем вниз по улице вдвоем. Забрели с тобой шутя, мы за стены дождя. В мокрых окнах гаснет свет, только нас давно там нет. Мы не знаем, что потом, словно связаны дождем в нашем призрачном замке. Мы вошли в этот замок из дождя, только твой и ты, и я. И так долго были. Первый луч коснулся нас, разрушая волшебство откровение твоего. И уже издалека встречный смотрит с высока и смеется нам в глаза, как не верит в чудеса одинокий прохожий. Мы вошли в этот замок из дождя, только двое, ты и я. И так долго были вместе. Мы спаслись в этом замке из дождя, только двое, ты и я.
Если вам вдруг показалось, что мы ничем не можем вас удивить, то следующий кавер растопит сердца даже самых заядлых скептиков. На сцене Владимир Пресняков. Встречаем. Это было так круто, что на эти каверы уже где-то готовятся новые каверы. А давайте послушаем наше жюри, которое сейчас будет отдавать свои драгоценные баллы. Виктор Дробыш. Вот сейчас самый, наверное, счастливый человек в этом помещении — это Леша, который услышал свою песню вот в таком исполнении. Мне кажется, это огромный подарок, да? Это кайф. Вдруг с регги. И так, так здорово, что... А, твоя версия тоже была хорошая. Но это была ожидаемая баллада, как Пресный пел ее в 42-м. Так же и ты, в общем-то, практически спел. Очень хорошо. Мне кажется, ты ему должен. Ты должен еще раз подойти, его поцеловать. И передай ему мой голос, пожалуйста. Лёш, мой голос передай. Татьяна, тут как-то все очень мирно, дружелюбно, все такое, вот вы такие молодцы, скажите друг другу спасибо. Ваш выход. Внести жести, да? Конечно. Лёша замахнулся на великое, не сложилось, не получилось, хотя музыкально, спасибо струнным отдельно, девочки молодцы, это было очень вкусно. Он очень старался не ударить грязь лицом. Владимир, низкий мой поклон, просто играючи, вот так,
вы сделали сейчас новый суперхит. Мой голос туда. Татьяна Тур отдает свой голос Владимиру Преснякову. А я смотрю, у нас еще и в жюри сидит провидец, который говорил, что девахи со шпагами вжарят. И они вжарили. Коста ла Коста. На базе. На базе. Все четко. Ну, что думаешь? Ну, регги вжарило конкретно, вообще 100%. Прям топ. Там еще такой чел прикольный сидит. Он точно шарит, о чем я сейчас говорю. Это с саксофоном. Нет, тут все порядок, братва, все четко. Но как бы старый рок-н-ролл дал джазу. Туда балл 100%. Еще один балл Владимиру Преснякову. Валя! Так, ну я сейчас никого не пугаю, но, дорогие наши гости, если вы не выпустите эти нереальные хиты в мир, я скачаю этот выпуск, нарежу его и буду переслушивать эти номера. Я вам клянусь, вы бы только знали, Владимир, сколько слез моих было выплакано под песню Леши «Плакала» в ванной. Но вы вдохнули в эту песню абсолютно что-то новое, и она приобрела абсолютно новый вайб. Теперь я под нее могу не плакать, а пританцовывая, крутить кудри на бигуди примерно, или выпрямлять волосы, краситься. Мне очень понравилось. Леша, я вообще в осадок выпала. Это было настолько круто, это было настолько сильно в твоем исполнении, и я не знаю, что еще добавить. Мое сердце сейчас вот здесь, и это было супер круто. Спасибо тебе большое. Валя Карнавал, Вал, да. Леша Свит. Сосо Павлиашвили. Что касается Владимира Владимировича, Преснякова. Такое ощущение, что это он написал новую песню. Такое ощущение. Вот реально, настолько эта песня легла. Вот, спасибо огромное. Спасибо и тебе спасибо. И вообще, давайте всех музыкантов поаплодируем, да, пожалуйста. И с одной, и с другой стороны. Без таких музыкантов нет великих солистов. Но я тебе даю бал. Отдай сам дяде Вове. Отдай. Вот так. Транзитом. Дорогой Денис. Я окончательно понял, что Владимир легенда. Легенда абсолютная. И сейчас, когда Леша пел, мне просто вот эта энергия, вот этот разрыв, все. Вот я сейчас говорю, у меня аж это мурашки и голова кружится. Это будут слушать новые люди. А этот великий талант будет переходить дальше, дальше и дальше. Поэтому я преклоняюсь, но эмоции взяли верх, и бал идет Леше. Леша, переходим к сухим цифрам. Владимир Пресняков набрал в этом раунде 4 балла, а Леша Свик 2 балла. Это шоу «Битва поколений», и наш финальный раунд называется «Горячая новинка». Новинку этого музыкального исполнителя молодым девушкам нужно запомнить особенно, потому что совсем скоро им снимать под эту песню сторис в машине, чтобы это видео заметил тот самый парень. На сцене Леша Свик и его «Горячая новинка».
виды укусов и поцелуев. Мама спросит, с кем была. Бомбей, санрайз. Я плачу любой тебе прайс. Если подойдет любовь тебе вайс, я ему дам легко тут упасть. Время тикало, тикало, тикало. Так поднималась моя душа. Ты меня видела, видела, видела. А теперь решит звук голос бежать. Время тикало, тикало, тикало. Мы закрутились безумных места. Я потеряю тебя навсегда. Но на сегодня ты будешь моя. Прощай, моя боль, моя вера близка. Лёша Свик и его горячая новинка. Сейчас будет грустная информация, потому что это будет последняя композиция на сегодня. Поэтому просмакуйте ее как следует, как последний квадратик шоколада в плитке, как последнюю чипсину в упаковочке, как, да простит меня Владимир Пресняков, в общем, его горячая новинка здесь, на «Битве поколений». Погнали. Лучший день пришел, попробуй вкусно. А я тебя нашел, вот это чувство. Ты уже так близко, не удержаться. Не высекая мыску, брызгами шампанского. И нос накроет от вибраций и праздника. Сотру плохое при помощи гостика. Пристегните кресло, полет нормальный. Я выхожу из стресса. С тобою рядом, мои мысли на пределе. Все как закончится, ни о чем не пожалею. Сегодня ночью, и нас накроет от вибрации праздника. Сотру плохое я при помощи ластика. Пристегните кресло, мы в авиарежиме. Полетели вместе, мы это заслужили. Нам от любви никуда. И не остановить, ты сейчас со мной. Так ярко горим, ничего не боимся. Весь мир с головой. У нашего жюри сегодня рабочий все-таки день. Давайте дадим им немножко передохнуть. Я хочу поговорить с вами. Леша, к
Как тебе сегодняшняя битва? Я хочу обратиться к студиям. Спасибо вам огромное, ребятки, друзья, товарищи, мужчины, девушки. Спасибо большое, МСТВ. Спасибо большое, Владимир, вам. Мы договорились на «ты», но сейчас вот. Биться с таким настоящим прекрасным мужчиной для меня – это только удовольствие. Спасибо всем, друзья. Леша, спасибо тебе огромное. Я хочу поблагодарить, конечно, всех ребят, всех жюри. Мне очень было приятно и прикольно, и важно слышать ваше мнение. И вообще спасибо этому проекту, что вот нас соединяете так. Это здорово. Очень. Спасибо. Переходим к нашему жюри и начнем с человека с самым конкретным мнением. Коста Лакоста. Не срывай голос, бро, стопудово, впереди же еще массив. Насчет мужского начала, кстати, прикол, у вас же логотип треугольник. Тему понял, куда двигаться, по-любому успех, большой масштаб. Но голос олдскулу стопудово. Олдскул награжден. Чуть менее конкретный, но тоже с мужским началом. Виктор Дробыш. Может, старею, у меня на душе неспокойно. Когда была песня «Лирическая любви», я отдал свой голос Вовке, но это настолько было близко. Не могу прям вот взять и отпустить Лешу без своего голоса. Отдаю свой голос тебе. Мощный бал тебе, Леша. Валя Карнавал. Я думала, что я отдам голос Леше, потому что я уже привыкла. Я думала сразу, ага, добавлю себе в телефончик новую песенку и все, но нет. Владимир просто мысленно вырвал у меня из рук телефон и добавил свой выходной ко мне в плейлист. Это было поистине классно, круто. Я буду слушать этот трек дома, когда у меня наконец-то будет выходной, я надеюсь. Спасибо вам большое. Это было супер круто. Владимир, бал от Вали вам. Сосо Павляшвили. Давайте все вместе поаплодируем нашему ведущему, потрясающему ведущему. Поблагодарим. Огромное спасибо, что меня пригласили, старого седого грузина. Я не знал, вот как решить этот спор, да? Как решить эту битву поколений? Вот, все было замечательно, Леша, но когда Володя сделал два раза ногой вот так, я понял, что все, я, Леша, извини, бал Володе. Нога решает. Нога. Бал от Сосо Павляшвили Владимиру Преснякову. Денис Кукаяка. Спасибо. Этот выпуск, мне кажется, вообще никакая не битва поколений, а возможность посмотреть, как в разных поколениях, какие крутые артисты у нас есть. Я шел, ничего не ожидал, но я увидел невероятно крутого Лешу, у которого сейчас все круто, и еще много крутого впереди. И просто какую-то мега-глыбу Владимира и весь его бенд. Спасибо. Я благодарен, вот честно, благодарен судьбе, что я когда-то что-то начал снимать, стал чуть-чуть популярным, и это привело меня сюда, чтобы я мог послушать этот лайв, потому что по-другому я бы это не послушал. Это чистая магия. Спасибо вам большое. И мой бал. Бал Владимиру Преснякову, его музыкантам от Дениса. Татьяна. Я не думала, что я скажу, но в этом раунде для меня это полная ничья. Объясню, почему. Это чарты, это стадионы. И, наверное, здесь я пойду интуитивно. Мне мелодически и очень понравилась гармония в припеве. Это очень красиво было. Этот бал идет туда. Сегодня в битве поколений со счетом 15-9 побеждает Владимир Пресняков. Сегодня был классный вечер, в котором было все. Музыка, интрига и даже панические атаки Дениса Кукаяки. Меня зовут Константин Анисимов. Это вам, Владимир. Это битва поколений. Леша Свик, Владимир Пресняков, Муз-ТВ. Увидимся скоро. Пока-пока!